Та-да-да-да, -да тематичний ефір продовжується. Сьогодні у нас у студії Андрій Кушко, який розкаже, як звабити будь-яку жінку. Привіт. Я буду розмовляти на русском. Без проблем, да. взагалі, абсолютно. Ну що, розказуй, як звабити будь-яку жінку. Можемо експериментувати. Опа-па! Мені прямо цікаво. Так, розказуй Привіт. секрети, як чоловіки зваблюють жінок. Хорошо, Хорошо. я внесу небольшую поправку так максим да угу. максим я внесу небольшую поправку я сейчас не рассказываю о том как соблазнить любую женщину чего вот нет 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 потому что в основе всего лежит ага, желание, смотри, п... ну, ну, желание мне... познакомиться с той самой девушкой которая mm -hmm. сделает мужчину гораздо сильнее чем он еще есть сейчас на данную секунду времени Тобто зараз ми, якщо я правильно тебе зрозумів, розвіяли стереотип про те, що курси, які ти викладаєш, вони для того, щоб зваблювати жінок. Так. Mm, да. Слухай, ну прикольно. Я, я чесно кажучи, радий, бо в мене був трішки такий скепсіс. Знаєш? знаєш, багато реклами різної є різні направлення. Uh -huh. І є некий вибір, перед яким стоїть учнів, uh -huh. який хоче знайти відповіді на питання, uh -huh. як же знайти, як же познайомитися з той самою. Почему он задается этими вопросами? Задается над этими вопросами, потому что где-то в раннем возрасте было у него чувство, было желание найти ту самую, он ее нашел, он хотел быть с ней, но не получилось. Он расстроился, распереживался и думает, что теперь мир виноват, женщины виноваты. И он начинает винить все в округе. И от боли, от того, что нет той самой девушки, а испытывать эти чувства все равно он хочет. И он начинает искать варианты. И где-то он находит школы, которые преподают ⁇ будь доминатором, будь таким вот ⁇ Но это неправильно. Я не считаю, что нужно быть доминатором. Если мы говорим о том, что есть некая доминаторская позиция перед женщиной, то давайте будем разбирать некую женщину как личность. И если женщина представляет некую личность, то как можно над личностью доминировать? Абсолютно невозможно. любят, когда над ними доминируют. Но <свят> я все-таки проповедую некое... Ну не проповедую, да, я за идеологию, я за смысл, где женщина представляет некую такую сильную личность, которая готова играть на условиях win-win, готова выстраивать отношения на условиях win-win. И тогда нет «я доминатор» либо «она доминатор». Есть «мы». И когда есть «мы», это некий целостный корабль, який може приплити к желаемым целям, к крепким отношенням. Угу. Слухай, а як ти ставишся до такого вислову: не шукай принцесу, яку потрібно рятувати, шукай королеву, яка буде грати на твоїй стороні? Угу. Ху -ху -ху. Це таке висловлювання насправді дуже цікаве. Зможе повторити ще раз? Не шукай принцесу, яку тр треба рятувати? Угу. А леву да, королеву, как будет играть на твоей стороне. Прекрасное выражение. Прекрасное выражение. Ведь в основе всего, всей психологии лежит некая жертва, спасатель и агрессор. И если рассматривать мужчину, который в некой жертвенности перебывает и пытается найти девушку для того, чтобы заклеить свою дырку, которая у него сквозит, пластырем. Только пластырь... Не пластырь, который есть пластырь, а как женщины. женщина. Женщина это как некий инструмент, чтобы закрыть свою дырку, свою боль. Это неправильно. Uh -huh. Поэтому необходимо, во-первых, во работать над своей головой, да, со своей головой, проводить, со своей психикой, со своими проблемами, со своей болью, которая была. Убрать некие якоря. Есть как огромнейший якорь, который лежит на земле, да, лежит этот якорь на земле, и воздушный шарик, который должен взлететь, чтобы достичь своих желаемых, желаемой мечты, своей желаемой цели. И сколько бы этот мужчина не пытался накачать этот воздушный шарик, он не взлетит, потому что огромнейшая цепь натянута между этим воздушным шариком и этим якорем. И единственный способ разорвать эту цепь, это убрать некую психологическую привязку, вот эти страхи, комплексы, которые сформировались. Слушай, до речи, какие найчастейшие комплексы у хлопцев, которые приходят у тебя? Расскажешь? Расскажу, расскажу. Чтобы не уходить в дебри, угу. я расскажу по последним клиентам, с которыми я работал. Давай. Последний клиент, который был, он задавался вопросом некой вины, вины, касательно того, что он сделал девушке больно. Тобто він відчував провину за те, що да. зробив їй боляче. Да. Дуже дивно. Чоловіки зазвичай цього не аналізують. Ні, я, я не це був не Да, Є різні типи різни. Але в основному мало хто аналізує те, що зробив. Mm -hmm. так. Ну, Тут так. я мушу, мушу погодитись. Мало аналізюру. ви просто більш хладнокровні ну, по відношенню в стосунках до жінки. Женки больше эмоциону. До речи. Э... Я сейчас поправлю, ну, не поправлю, а вставлю небольшую да. такую, как винтик, да? да? Вот эту самую классную пирамидку, которую мы устраиваем сейчас. Да. Абсолютно правильно, что немногие мужчины готовы принять последствия. Почему? Потому что это некая честность перед самим собой. А честность перед самим собой иногда больна и иногда жесткая. Так. И гораздо легче ходить в неком скафандре. Я буду вот таким сильным мужчиной. Сильные мужчины не плачут, не смеются, не улыбаются. Я буду очень серьезным. Но, к сожалению, это не про это. И отношения это не про то, чтобы ходить в скафандре. Отношения это про то, чтобы открываться, доверять. Так. В одном шоу вы сказали, что у вас было несколько сот девчат. Я просто вижу, что вы... Сколько вам роков, если не для Мне 27 сейчас. 27. Як і мені. Це вели... Кількасот дівчат це велика цифра. Поясніть. Нащо? Заради... Заради чого? Я... Це ну... ж Якийсь термін відбулося. Дивіться, є мені? два питання. Перше це як? А друге це. Нашу. Навіщо? Да? Навіщо? Ну, знаєте, якщо б я задавався питанням, зачем раніше, то, скоріш, я б не мав цього. Вопросом я этим цьому... задался после того когда весь этот этап прошел mm -hmm. желание в основе всего было желание и некий страх некий страх непринятия это сейчас очень такая искренне справедливая честная информация желание понравится всем и это не некая стратегия достижения результата в виде крепких отношений с одной женщиной mm -hmm. искривленное мышление мне нужно понравиться всем девушкам, чтобы найти одну ту самую. Mm -hmm. Ну, ты знаешь, mm. такая часто бывает. Я очень долго копал и разбирал эту проблему. Мне важно было... Я понимал, что что-то не так. Но что не так? То, что у меня есть некая энергия, есть это... Было это желание, да? Не есть, было это желание. Почему? Что стало причиной? Причин было много, да? Не будем разбирать причины. Но как некая стратегия, Сформувалась. Мені нужны всі жінки, мені потрібно понравиться всім, щоб найти одну. Це так не работает. Понравішся одной, заінтері одну. Ну, ну так. Це теж не важко. Фокус Фокус. це некий фокус на конкретній жилай цілі, угу. на конкретном желаемом об'єкті. Окей, все. якщо ти не, не, не отримуєш ту ціль, до якої ти поставив, що робити? Ну реально у багатьох людей падає самооцінка. Mm. Або они переключаются на другую. Это Само... в лучшем случае, они переключаются, а в гіршому они просто втрачают свою самооценку. Самооценка не должна зависеть от... Она не повинна, але так женщины. Буває. бывает. Поэтому с этим необходимо тогда работать. Если самооценка зависит от того, приняла девушка твои чувства либо не приняла, то значит тебе необходимо работать над этим. Роботить над своєю самооцінкою. Слухай, а як чоловікам бути впевненішими у самих собі? Ну, дивись, ти сказав, що е, потрібно не дуже орієнтуватися на реакцію жінки. Так? Mm -hmm. Що потрібно нам у собі виховувати перш за все? Я назову така кнійкасіла. Mm -hmm. Я ще создаю такий проєкт, який називається Power. В основі всього лежить мальчик. мальчик самый хлопчик мальчик в основе всего лежит мальчик внутри нашей души а -а -а, лежит мальчик внутренний ребенок. да внутренний ребенок который обижается когда его чувства не приняли и вот задача этого проекта Power взять из мальчика который расстраивается обижается взрастить mm -hmm. некого мужчину который сильный знает чего хочет знает для чего он это делает знает зачем он есть в этом мире и благодаря этим внутренним неким фундаменту, некому фундаменту, некому внутреннему стержню, да, на который он опирается, он понимает, что окей, я такой, я сильный, я готов, я могу. И когда он может, он уверен. Если он считает, что он не, не может, он не уверен. Если он сказал себе, я могу, я сейчас пойду и найду даму своего сердца, он выходит на улицу, идет знакомиться с ней, она ему отказывает, а он не готов был столкнуться с такими проблемами. И когда он не готов столкнуться с такими проблемами, он смотрит, на эти проблемы, которые огромные, как большой черный дом, он смотрит, ну, не, не по силам мне, не смогу. Mm -hmm. Разворачивается, уходит, сидит дома, плачет, маленького ребенка своего наглаживает и говорит, ну, ничего страшного, в следующий раз. Так это не работает. Необходимо а я, не только сказать себе «я могу», но еще и быть готовым, чтобы быть готовым столкнуться с трудностями, которые встречаются в нашей жизни. Как разуметь, что ты готовый? Работать. Работать над своими страхами, над своими ограничениями. Действия, которые мы совершаем, исходят из некого убеждения. В, любо, в основе любого действия лежит убеждение, чем мы мотивируемся. И вот если нет действия, отсутствует действие, то есть некое убеждение, которое мешает совершить это действие. Сподіваємось з цими убережненнями працювати. Тобто ми сьогодні просто говоримо про те, що все йде від людини, тому що сьогодні дзеркальна дата, сьогодні дуже сильний енергі... енергетичний день. І все одно, бачиш, як не крути, але все йде від нашої голови, від нас самих. Да. Слухай, розкажеш декілька інсайтів для чоловіків, які нас дивляться, а, ну, як бути таким знаєш, впевненим в собі реальним меном. Так, да, скажу. Клас. Очень, очень, очень хороший совет. Если вы смотрите сейчас это, <с <с то Слушай, у нас у нас очень богато делается, у нас да? канал миллионный. Прекрасно. То мужчины перестаньте копировать успешных мужчин. Будьте собой. Будьте собой. <с> Если хоть хотите поплакать, плачьте. Если хотите смеяться, смейтесь. Хотите танцуйте, танцуйте. Делайте то, что идет изнутри, и не делайте то, что навязано обществом, то, что говорят, как нужно. Ключик от вашего сердца у вас в руках. И если вы откроете свое сердце, однажды откроет и девушка свое сердце перед вами. Это звучит как гипноз. Энергия, энергия. Я хочу запитати про женок. Что, на твою думку, как эксперта, который уже разбирается в этом, найголовніше в женщинах? Для мужчин. Что, на что вы звертаете увагу внимание, зараз мы сейчас вообще не беремо до внимание. Да. Я не могу говорить за всех мужчин. Так. Я Але за, себя. за так. себя. В основе всего лежит картинка. Давайте возьмем некая картинка. Есть картинка, в которой я бы хотел оказаться через год, через два, через три, mm -hmm. через пять лет. Это некая мечта. Иллюзия. Визуализация называется другими словами. Давайте повизуализируем. Uh -huh. Ну вот, у меня есть такая картинка, которую я бы хотел достичь, которая которой я сейчас двигаюсь. И когда я нахожу девушку, мне хочется, чтобы картинку, которую я ей описал, у нее в голове сложилась как некий пазлик, и моя картинка была неким пазликом к ее пазлику. Ух ты. Такая свое программирование. Не программирование. Не 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 про программиру... Понимаете? Я объясню. Это не про потрібно її програмувати. Ні в коем випадку не потрібно нікого программировать. Але коли ви говорите свою картинку, жінки дуже часто це сприймають, як... якщо, наприклад, ви їй не байдужі, вони це сприймають як програмування. Я маю бути така, така, така. І от тут необходимо бути внимательным, коли мужчина вибирає діву. Что... Або жінка вибирає чоловіка. Хочется много да, показать некой крутости своей. Сразу же понравиться, чтобы заинтересовать. А потом по факту ничего. А на самом деле ничего. И я вижу, как многие отношения рушатся. Ко мне приходит очень много учеников, которые встречались полгода-год, прожили полгода-год и расходятся. Почему? Потому что, знаете, как некая сказка. Были поросята и решили построить они домики. И один поросенок решил построить из соломы. Построил из соломы, пришел волк. Розрушити той домик. це, а домік розрушився. Mm -hmm. ну, Дуже спало такой... чим зробив, а третій кирпичем. Да. А третій розумний. Mm -hmm. Самим собою і вирішив да. побудувати скільки? Самим собою. Mm -hmm. Да, і построїть з mm -hmm. кирпича. Слухай, Дай, ми от сьогодні знаєш, говорили і про, про програмування, і про те, як бути успішним, там, ну, впевненим собі. Ти зустрів ту саму жінку? Так? Да. Клас. Опа-па. Слухай, ну це я думав, скажи ні, я ще в пошуку. Слухай, це інсайт такий цікавий. Вау. Вы счастливы? Да. Я а я... Подготовил подарунок на 14 лютого? Еще нет. Как так? Все классно. Все эти два дня. Да. Да. Ну, что в да. так? Ну, у меня была рабочая неделя. Угу. И я не хотел смешивать свою работу с неким праздничным настроением. Угу. Поэтому у меня есть суббота еще. Ну, ты в Да, конечно. Я... Слушай, а, расскажешь, какие ваши секреты семьи? Ну, в плане, как сберегти семью, как ее правильно будувати, как там, разумеется, один одного, например? Uh -huh. Ну, первое, это развитие неизбежно. Некое убеждение, развитие неизбежно. Uh -huh. Когда мужчина находит отношения, uh -huh. находит девушку для отношений, есть некое такое, знаете, напоминает мужчина напрягся, собрался, собрал свою, да, раму, назовем это так, собрал свою раму, познакомился с ней, нашел ее, все у него получилось и хорошо, он такой, а, ну, можно ничего больше не делать, можно снова смотреть футбол. Нет, так это не работает. Необходимо работать над с своими Стосунки отношениями. это постоянная работа, да. так. это постоянный труд. И секрет успешных отношений — видеть себя со стороны, играть на условиях win-win, и верить в то, что твоя девушка самая лучшая, самая прекрасная, самая честная и открытая. И когда ты действительно в это веришь, у тебя нет сомнений. Можно говорить о том, что не нужно в это верить. Угу. Ну зачем ты тогда с ней? Зачем ты тогда устраиваешь с ней отношения, если ты не веришь в свою женщину? Ну, это логичное питание. Если ты не доверяешь своей другой половине, то нашему оно вообще требует. А как твоя девчина ставится до твоей работы? Она верит в меня она Блин, очень о, сильно это верит это в и меня мечтят. и знаете была такая ситуация, что мне очень много задавали вопросов различные люди и говорили, ну вот как так, ты так открыто говоришь о том, чем ты назовем это занимался, угу. потому что я сейчас этим не занимаюсь, я отхожу от этого очень уверенно большими шагами. Зачем ты об этом говорил? Я говорю мне важно, чтобы я был честен и есть некое некое принятие. Моего прошлого. Это мое прошлое. Я не хочу, я не хотел и не хочу от него отказываться. Это часть меня. Отказаться от своего прошлого это как просто отрезать себе руку и сказать: Ну, без руки теперь лучше. Uh -huh. Нет. Ну я же прошел этот путь. Ну, вот такой я, да. Я так себя построил. Но при этом это не делает меня легкомысленным, это не делает меня безответственным. Я ответственно подошел к отношениям. У меня прекрасные, честные, искренние отношения. Uh -huh. Я верный, да, мужчина своей женщине. Uh -huh. И это важно быть верным своей женщине. И благодаря тому, что я верный своей женщине, есть некий мой опыт. В основе всего лежит мой опыт. Благодаря тому, что я это все прошел, я ценю это. И я знаю, насколько это круто, uh -huh. классные отношения. Вот такие с правильной женщиной. Я і всім желаю. Слухай, ну це круто, що ти сьогодні до нас завітав, бо у нас сьогодні тематичний ефір. Говоримо про кохання про жінок взагалі про життя, як бути успішними, як бути а, завжди переможцем. Так, у нас був Андрій Кушко у гостях. От саме зараз переходимо на нашу ютуб сторінку. Буде дуже-дуже цікаво. Підписуємось. І не забуваємо про дзвіночок, який буде нагадувати вам, що вже на ютуб каналі з'явилися найцікавіші, найсвіжіші і найоперативніші новини від телеканалу Правда Тут.